Дорогие мои подписчики, я поздравляю вас с Новым годом 2022 и хочу пожелать вам, чтобы год принес вам очень много чудесных открытий, побед, хорошего положительного опыта и больших достижений в оздоровлении себя своими собственными руками. Мой канал посвящен натуропатии. Я сама просто влюблена в эту деятельность и вижу, какие потрясающие, просто колоссальные результаты приносит работа в области натуропатии по оздоровлению человечества. Даже не побоюсь такого громкого слова. На самом деле в руках человека находится гораздо больше возможностей, чем он даже может себе представить. Я получаю много сообщений от вас, в которых вы спрашиваете, интересуетесь, как можно ли излечить такое-то заболевание, можно ли помочь вот при такой-то проблеме. Ребята, я хочу сказать вам, чтобы вы навсегда запомнили такую вещь. Если вы не довели себя уже до крайности, простите, да, что в праздничный день такие слова говорю, то нет ни одной необратимой ситуации. Любая ситуация, сколько бы диагнозов вам не наставила медицина, любая ситуация обратима, если понимать, с какого конца подойти, да, к этой ситуации, как начать работать над устранением проблем. И какие методы, да, что нужно последовательно делать для того, чтобы победить все свои заболевания. Я это утверждаю, потому что на моих глазах и на моем собственном опыте я вижу, как это работает. Есть масса примеров, историй людей, которые сами своими силами выбрались из поставленных диагнозов, не прибегая к медицинской помощи, а именно при помощи натуропатии, при помощи естественных методов оздоровления. И в следующем году я постараюсь как можно больше давать таких историй, счастливых историй с хорошим концом, когда действительно людям удавалось добиться наилучших результатов. Я желаю, чтобы и в следующем году вы получили тоже свои прекрасные результаты. И очень надеюсь, что мой канал будет вам в этом полезен. Ну и, конечно, по традиции хочется пожелать вам здоровья, крепкого здоровья, большого счастья человеческого, семейного благополучия, всех благ, финансового благополучия. Ну и оставайтесь со мной, я учитываю все ваши пожелания, все ваши замечания, критические замечания в адрес моего канала, в адрес видео. Я все это учитываю, и я постараюсь сделать так, чтобы в следующем году мой канал стал еще интереснее, еще содержательнее. Ну и я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Думаю, что впереди у нас с вами еще очень много всяких интересных открытий и много всего очень полезного и информационного. С Новым годом, друзья! И будьте счастливы. И спасибо вам за то, что вы со мной.